Когда девушка увидела пса практически без шерсти, она едва не расплакалась. Было видно, что это животное благородных кровей, несмотря на то, что пес плохо выглядел. Остатки белой шерсти указывали на то, что когда-то этот бедняга был пушистым красавцем, но кто-то выгнал его. Больного и исхудавшего кто же мог так поступить с собакой, ведь ее можно было вылечить. Почему же хозяин отказался помочь четвероногому другу? Добросердечная женщина была уверена, что в отличие от хозяина питомца, она была готова протянуть больному животному руку помощи. Несмотря на запущенную чесотку, бактериальную инфекцию, недобор веса и жестокое к себе отношение, пес не озлобился. Наоборот, он с радостью встречал человека, который хотел ему помочь, и вилял хвостиком, хотя и чувствовал слабость. Пес находился в приюте некоторое время, после чего она решила забрать его к себе. Она подумала, что в домашних условиях ему будет намного лучше, а ее забота поможет питомцу окрепнуть.